Не по долгу службы, а по зову сердца. В Чебоксарах сегодня прошел региональный форум добровольцев. В этом году он объединил более 500 активистов и организаторов волонтерского движения. Они всегда готовы прийти на помощь. По данным платформы «Добро РФ», в Чувашии зарегистрировано более 72 тысяч активных и неравнодушных граждан. Сегодня в республике действует 8 крупных добровольческих объединений, 3 центра, более 400 волонтерских отрядов. Мы серебряные волонтеры, не отстаем от молодежи. Где молодежь, где различные мероприятия, мы тоже тут как тут. Вот на сегодняшний день мы вяжем носки солдатам СВО, чтобы они не мерзли. А также у нас идет акция сейчас «Старопышкам с любовью» для недоношенных детей перинатальных центров. Патриотическое воспитание и здоровый образ жизни, экология и медицина, поисковое движение. Эти направления в работе добровольцев сегодня в приоритете. Сейчас очень важна поддержка людей, помощь людям. В том числе наша организация занимается именно в медицине, то есть в сфере здравоохранения. То есть мы занимаемся профилактикой социально значимых заболеваний, повышаем продолжительность жизни населения в Чувашии, соответственно, во всей России. На полях форума сегодня прошла и стратегическая сессия. Ее участники обсуждали экосистему молодежной политики в Чувашии. Глава региона Олег Николаев отметил, что на это направление в правительстве возлагают особые надежды. От того, как будет выстроена работа с молодежью, будет зависеть дальнейшее развитие республики. Именно поэтому в Чувашии был взят курс на трансформацию. Уже утверждена стратегия развития молодежной политики. В каждом муниципалитете появились советники глав муниципальных и городских округов. Сегодня вот это ноу-хау находится в фокусе внимания и наших коллег из федерального уровня. Но наша задача была здесь прежде всего вот создать вот такую стройную систему, которая бы была полномочна вот, доносить голос молодежи до должностных лиц, ну и, конечно же, чтобы те или иные запросы были взяты в работу. Время молодых дерзать, и сегодня у них появляется все больше условий для достижения самых амбициозных целей. Светлана Позднякова, Виктор Степанов, «Вести Чувашия».